Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня 12-й день с момента, как я установил ультрафиолетовую лампу на 72 ватта. Там две лампы по 36 ватт. Вот, на данный момент что мы имеем? Мы имеем вот так рыбу, которую видно на дне. Вот сейчас кормил, осталось чуть-чуть ее еды. Вот, что у нас тут видно еще? Ну, видно, как шланг к насосу идет, видно, трубу вниз уходит. Ну, как бы качество видимости рыбы на дне улучшилось. Но у меня один такой интересный вопрос возникает. Кто сталкивался, вот скажите, вот у меня стоит здесь мешок, да? И вот такая вот белая пыль, типа. Здесь поближе. Вот так. Вот такая вот белая пыль, она вот с него вот так выходит периодически. Ну хорошо, что скиммер здесь стоит, он засасывает, да, это все. Ну вот видите, да? К примеру, вот чистая, да, здесь нету ничего. И вот здесь вот это вот белые ошметки такие. Я не знаю, что это. У меня предположение есть то, что вода, проходя через лампу, лампа обжигает эти водоросли, они обесцвечивают, становятся беленькими такими, и все. У меня такие мысли. Вот. Ну, что, качество воды нормуль. О, всякие злопыхатели, которые говорят, что вот, ты подмены не делаешь, у тебя там нитриты, нитраты, аммиаки, хераки всякие. Много, рыба кверху пузом всплывет у тебя скоро. Ну, не знаю, смотрите, пример скажу. У меня до этого 5 лет пруд на улице был, там рыбы было еще больше. Вот. И по глубине он был такой же, как этот. Но там на дне было у меня и листва, и всякая гадость, все чего-то там не было. У меня толком не было, у меня аэрации не было, у меня ультрафиолета не было, у меня скиммера не было. У меня был только насос, который гнал через биоплаты, где там, ну как вы видели, ну кто не видел, посмотрите, просто, ну что там, там... Тухлятина одна была. Сплошная тухлятина была. Вот, поэтому можно сказать, что особой очистки там не было. Механической у меня очистки не было. Только как биоплата, ну, которая гнило и отравляла воду. Вот. Сейчас вот с ультрафиолетовой лампой, ну, берега видно, да, уходят. То есть рыбу, реально на дне видно, рыбу он плавает, ну, красная. Все нормально. Вот она на дне. Рыбаня. Вон на дне. Плавает возле насоса. Вот где рыба, там насос. Вон там плавает. Как бы все окей. Все идет, очищается. Буду заказывать еще тоньше сеточку. Как я и говорил, там микрон на 40 поставлю, потому что эти спокойно уже справляются. Надо делать меньше ячейку, чтобы все чище и чище вода была. Я поставлю, я также здесь тонкую очистку сделаю и здесь тонкую очистку, потому что там все равно не все очищается. Надо очищать до лампы и после лампы. И будет счастье. Вот. О, спряталась под этой. Под шлангом. Ну, видно, кирпичики лежат, вон там труба видно, как уходит в скиммер. Ну, чистая, чистая вода становится. Просто нужно время. У меня очень сильно пруд пострадал за это лето. Вот, но ультрафиолетовая лампа отдает свое. Она действительно работает.
Конечно, можно ее еще одну завязать, вот так поворот, еще одну лампу здесь на 72 ватта, тогда, ну, тогда можно, я не знаю, там, микроорганизмы рассматривать в воде. Может, я так и сделаю, потому что 72 ватта плюс 72 ватта это, ну, сколько, 140, ну, даже 150 ватт. Ну и хрен бы с ним. 150 ватт и вот этот насос, либо вообще можно поэкспериментировать, я тот насосик поставлю слабенький, чтобы он подавал, допустим, в биозагрузку, которая будет, в биозагрузке в ворошаемую биозагрузку, и потом медленно протекало. Может, так вообще будет огонь. И как раз там получится 70 ватт там или 75 ватт, здесь 150 ватт, ну, как бы. Либо же этот оставлю. Меня, в принципе, он устраивает. Мощный, хороший, 200 ватт. Как бы ради удовольствия, что экономить? Тем более, не такие большие деньги. Все там что-то копейки считают. Здесь одна рыба, чего стоит только. Один карп кои. Ну, он стоит, ну, который у меня, допустим, большой, он стоит, как, не знаю, весь год здесь на электричество. Поэтому здесь лучше, как бы, следить за этими, за всеми делами, да, не жалеть. Но зато у тебя будет здоровая рыба расти, ты сможешь ее нормально продать и на, еще больше на этом заработаешь. Ну, плавает по дну, классно. Чуть-чуть еще есть зеленоватости какой-то, не знаю. Но со временем пройдет. Сейчас я еще 2 дня вот так поснимаю. И буду, скорее всего, раз в 3 дня или раз в неделю снимать, показывать результаты, как очищается вода, как все происходит. Потому что каждый день здесь не о чем рассказывать, потому что я пока еще ничего не делаю. А если как что буду делать, я буду заснимать просто видео. Вот. А отчет по ультрафиолету, соответственно, вот еще пару дней и потом раз в недельку. Вот, так что такие вот дела. Жалко, не видно остальной рыбы, потому что она такая, ну, сами знаете, там, толстолобик, белый амур, карась, он, его плохо видно. Он мастер маскировки. А эти цветные, он стоят. Ждут, когда я отойду, и чтобы подплыть и покушать еды. Ну, хотя, может, сейчас подплывут. Сейчас посмотрим. Не будем их отвлекать. Может, всплывет. Не знаю почему, но, короче, чем чище вода становится, тем они какие-то трусливее становятся. Либо они обожравшиеся, вот, и не хотят всплывать, вот, либо же просто они какие-то стали трусливые. Не знаю, камера, короче, не хочет давать качество. Так-то их видно хорошо, а вот под водой. Ну давай, всплывай, покажись людям. Ладно, не хотят они сегодня. Вот. Ну, буду закругляться. Вот. Все видно, результаты видны.
Вон малек подплыл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. Всем пока.